На 63-м году ушел из жизни автор и исполнитель песен, лидер культовой ленинградской рок-группы «Выход» Сергей Силюнин. Об этом рассказал арт-директор клуба «Археология» Николай Ноздрев нашему радио. «Силе все. Подробностей не знаю, и, увы, не неожиданно», — сообщил Ноздрев. Он также отметил, что причиной смерти была не коронавирусная инфекция. Сергей Силюнин начал сочинять песни в конце 1970-х годов. В марте 1982-го в ленинградском рок-клубе состоялся дебют «Выхода» в одном концерте с кино и странными играми. Летом того же года был записан первый альбом коллектива. В 1988 году после переезда в Москву Силюнин собрал новый состав. В 1989 он сотрудничал с музыкантами «Аквариума» при записи совместного альбома «Аквариум» и «Силе». Всего в дискографии «Выхода» около 20 альбомов. Наиболее известными песнями группы считаются «Не могу кончить», «День большой осы», «Пионеры» и «Танцуй, зомби».